столице вопрос дольщиков должен быть полностью решен до 2023 года. Такое поручение дал сегодня премьер-министр Аскар Мамин, который провел заседание комиссии по контролю за строительством главного города страны. В этом году в Нур-Султане введено в эксплуатацию 3 миллиона квадратных метров жилья. В целях решения проблем дольщиков возведено 20 жилых домов. Кроме того, за 3 года должны быть сданы еще 22 объекта. Подчеркнув, что Елбасы и президент уделяют большое внимание развитию столицы, Мамин предупредил о своевременной реализации мероприятий плана строительства. Также премьер провел заседание Совета по переходу к зеленой экономике. На нем рассмотрены механизмы стимулирования предприятий к использованию экологичных технологий. Так, в европейских странах, благодаря их использованию, значительно уменьшилось количество токсичных газов, выделяющихся в воздушную среду. Теперь для внедрения этого на заводах нашей страны необходимо активизировать работу Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов. В завершении заседания утвержден план работы по использованию водных ресурсов, управлению отходами, а также улучшению экологической обстановки и развитию зеленой экономики на 2021 год.